В Нерюнгри состоялось торжественное итоговое совещание территориальной избирательной комиссии по выборам, состоявшимся 18 сентября. В ходе совещания были оглашены результаты муниципальных выборов в Нерюнгринском районе и вручены мандаты новоиспеченному главе района Виктору Станиловскому, а также 15 избранным депутатам Чульманского поселкового совета. Вы знаете, сегодня для меня очень волнительный, очень серьезный день. Знаете, день, который, ну, будем говорить, судьбу мою повернул на 90 градусов. И вот, получив мандат территориальной избирательной комиссии, значит, о том, что я уже глава Нерюнгринского района, конечно, я ощущаю очень высокую ответственность перед избирателями, в первую очередь. Высокая ответственность за те решения, которые нужно принимать в правильном русле. Высокая ответственность за, будем говорить, те наказы, которые дали мне жители Нерюнгринского района в ходе избирательной кампании. Я чувствую очень высокую ответственность за исполнение той программы, с которой я шел на выборы. И вы знаете, вот это все вкупе, конечно же, нужно нам всем. Для чего? Для того, чтобы мы, живущие в Нерюнгринском районе, почувствовали, что мы крепкие, очень серьезные, очень профессиональные жители. Мы знаем, как трудиться, мы знаем, как добиваться хороших результатов. Мы знаем, что нам нужно действительно очень много работы совершить вот в предстоящие годы и вывести наш район на передовые рубежи.